Всем привет, с вами Фокс, и это портал Carnerodi.net. На этом портале я также известен под ником Химик9511, и там вы можете меня найти под этим ником и задавать свои вопросы. Так вот, недавно у нас был конкурс на самый лучший маленький корабль. По условиям конкурса он должен был составлять не более 170 тонн. Конечно, были исключения, но ближе к делу. Итак, первое место достается Клауду. Клауд, твой корабль был самым лучшим в этом конкурсе. Второе место достается Рейнарду, а третье место, извини уж, но тебе, Блэк, ты нас что-то сегодня не порадовал. Спасибо вам, ребята, за то, что вы участвовали в этом конкурсе, благодарим вас. По поводу вознаграждения, точнее, по поводу приза, такого себе небольшого, не денежного, прошу простить нас, конечно, за эту оплошность. Так вот, по поводу приза обращайтесь к Тирну. Спасибо всем, спасибо тем, кто смотрит наш портал, спасибо тем, кто играет в Carnerodi. И это был Carnerodi.net, подписывайтесь, ставьте лайки и пока.